И сказал Господь Бог: нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему. Цель прочтения этого текста, я думаю, это то, почему вы улыбались и знаете, о чем идет речь, да, это желание наших друзей соединить свои судьбы, соединить свои пути, создать полноценную семью, как они думают и как Бог замыслил. Поэтому я приглашаю сюда Андрея Николаевича, пожалуйста. Ткачева София Павловна, пожалуйста, пройди сюда. Чтобы они могли выбирать правильные цели в своей жизни, чтобы ты все устроил по воле твоей. Благослови родителей, Господи, ты знаешь, вот и те вопросы, которые нужно будет еще разрешить и устроить, и во всем этом благослови, милость, благодать свою пошли, прибудь с нами, Бог наш. Аминь. Аминь. Касается, друзья, всех нас. Давайте встанем, помолимся, поблагодарим.